Добрый день, меня зовут Михаил Церковников. На нашей следующей встрече мы будем обсуждать зачет встречных однородных требований как основание прекращения обязательств, обсудим условия зачета, обсудим зачет в судебном процессе, и делать мы это будем в контексте новейшей судебной практики и новейших ее разъяснений. Я думаю, что будет интересно. Смотрите видеоконсультант.